Администрация 2 недели работала сходня. Мы действительно много времени провели здесь, в том числе ходили по дворам, слушали, значит, что нам говорят жители. Вопросы, которые, возможно, было решить здесь сразу, мы их решили. Это, допустим, приходили жители с вопросами там, подтопления подвалов, обрезка деревьев, спил там сухостоя, потом там где-то не работала ливневка. Да? Вот эти вопросы, которые они в оперативном порядке подлежали решению и с привлечением, естественно, ресурсов городских, мы эти вопросы решали. А еще плитку переложили также в районе железнодорожного вокзала, вернее, убрали плитку, положили асфальт, она действительно разрушалась. Вот. Поэтому тоже на приеме у главы Дмитрия Владимировича Волошина был вопрос озвучен, дал поручение. И мы в течение 3 дней переложили часть на площади плитки там при вокзале возле магазинов. 50 подъездов мы планируем здесь сделать, треть почти мы сделаем, сделали уже. Значит, работа по программе губернатора, значит, ремонт подъездов и главы администрации города Химок тоже продолжается. Я думаю, что эта работа будет проводиться в взаимодействии с жителями. По поводу дороги Морщихина, значит, глава дал поручение до 15 августа, значит, сделать отсыпку крошкой тех ям, которые, допустим, мешают нормальному движению по данной дороге, и дал поручение, соответственно, дорабатывать, разрабатывать, соответственно, документацию, работать с жителями над тем, чтобы они проголосовали за эту дорогу на следующий год, чтобы включить на следующий год ремонт. Но, естественно, на все дороги включается в план по ремонту на следующий год только с тем результатом, что жители проголосовали за эту дорогу на портале Добродел. Выходные дни, то есть это было в субботу и воскресенье, значит, все службы были привлечены, службы и актив, и, значит, активные люди, сходни Ферсановка, на то, чтобы день чистоты, так называемый субботник, то есть были зачищены все дорожное хозяйство, все, значит, придорожное хозяйство, столбы, коммуникации, остановки, значит, заборы. Очищался от случайного мусора и несанкционированных рекламных объявлений. Вот, эта работа проходила у нас 2 дня, большое количество объявлений было сорвано. Вот, все они были утилизированы успешно, поэтому как бы этот день чистоты тоже так прошел массово, успешно, удачно.